аппетитным, ну, самолетом. Не поняла, вы о чем? На Луну как пролететь? На Луну как пилететь? О, авиабилеты продаются. На Луну? На Луну, да. Луна сфотографировала. Алиса, как прилететь на Луну с ракеты? Не с помощью ракеты, с помощью шприца. Куда ты мне океан? А волшебное слово? Пожалуйста. Так давай океан, ё-моё. Давайте, я согласна. На что? Дай океан, ёлки-мопсы. Да-да-да, океан, ёлки-палки. Ёлки-мешт. Можешь немножко подождать, и я... Хочу тебе кое-что сказать. Вот что я могу. Алиса, ты меня достала. Мне это надоело. Алиса, еще раз это... Алиса, еще раз это сделаешь, получишь. За что? За то, что ты сделала мне кое-что плохое. Я такого не делала, это клевета. Ты вообще обалдела, блин! Ваше счастье, что я не злопамятна? Да не океан! Я вам говорю, да. Дай нам океан. На, держите. Алиса, да дайте человеку океан. Алиса, попав где? Прошу на помощь. Алиса, дай человеку океан. Откуда столько радости? Алиса, дай человеку океан. Сейчас найду. Сейчас так хоп. Конец. Дождался. Алиса, расскажи-ка сказку. Запускаю. Кстати, появилось кое-что новое. Например, Оля Серебкина читает сказку «Весна». Хотите про собачку или про старика? Про муравья или про горшочек? Или вообще сказку-сюрприз? Сказку-сюрприз. Включаю. Лиса и козел. Читает Владимир Соловьев. Лиса и козел. Главное, я не буду.